принципе, хорошо так. Ладно, прогрузится, потом сделаю. Первый мегафон. Полицейский департамент Лос-Сантоса, прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Здравствуйте. Что, Николай, СВД Франки Барбоса, вот мы что нас знакомимся. Скажи, данный вид транспорта ваш. Чё, какая причина? Чё, почём? Причина, спросил, данный вид транспорта ваш. Да, мой вид транспорта. Хорошо, сейчас проверю через бортовой компьютер. Так, еще раз здравствуйте, Тони Николас, вода Франки Барбоса, возведено за 110.7, вот можно разнакомиться. Так, а где находится ваш документ? А, ну я понял. Где находится ваш документ? В жопе находится. Где? Да, в жопе. Ясно. Так, сейчас надо так на чек напротив. Положу обратно. Сейчас нет початочки, прохлопаю, если лишь напротив. Будьте аккуратнее, в нас вы 100%. Так, хорошо. Я стану за пакет. Саму маску человек напротив, поставьте пакет. Дайте я сам сниму. Сюда отойдите. Сейчас расстегну один наручник. Поставлю назад, сейчас достану КПК, сверь второчек напротив. Сюда, за мной, пожалуйста. Сейчас открою дверь автомобиля. Пассажу человека, вообще не умеет закрыть дверь. Так, вы имеете право к молчанию. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваш адвокат может присутствовать. В данное время допроса вы понимаете про? Да, понимаю. Хорошо. Глеб, напиши ему. Стоп, или мне сказали. Глеб. Глеб в муте. Пиши ему, ты через пиши ему через Б-чат. Дам одну минуту, если без адвоката. С адвокатами максимум. Подожди, еще раз дам одну минуту. Если без адвоката. Дальше. С адвокатами пойдем до конца и поставлю максимум. С адвокатами. Идем дальше. Чё, давай пиши. Вот так? Да. Сейчас открою дверь автомобиля. Супер милый человек. Давай за мной. Зай, повезли. Что вы? У тебя откат имеется же, да? Всегда, везде. Блин, я тут никогда не был. А нет, был только вот тут. Поставь желание. М? Желание поставь. Раз первый раз. Сука, ни хера понять не могу. Говорю же. Садитесь, пожалуйста, то у вас не вент аномалии. И встаньте. Все, встаньте. Так, скажите, вы хотите воспользоваться правом?
Нет, адвокат ничего не нужен. Хорошо, сейчас тогда еще раз прохлопаю вес тоже что-нибудь. Так, ничего не нашел, замечательно. Вы были задержаны, доступили 10.7 угон автомобиля. Сейчас какой-то РКПЗ после человека закройте. Все, удачи вам. Так, все, пацаны, я вышел.